Как вели бы себя принцессы, если бы вдруг оказались в реальном мире? Давайте-ка это узнаем прямо сейчас. Ура, Жасмин! Наконец-то мы едем на бал! Только здесь это называется вечеринка. Золушка, у меня есть идея. Давай на перегонки. Я уже так соскучилась по своему коврику. Так, я принесла свою карету. Осталось только ее активировать. Одну секундочку. Ничего не получается. Не могла же она сломаться. Эй, тыква, очнись! Нет, это бесполезно. Полетели! Странно. Вперед, коврик! Пожалуйста, мы должны победить! Ах, ты ж ленивая подстилка! Жаль, но волшебный транспорт наших принцесс в реальной жизни не работает. Наша затея провалилась. Не пойдем же мы на бал пешком. Я знаю, что делать. У людей есть волшебная машина. Называется такси. Сейчас мы ее вызовем. Алло, такси, мы едем на бал, то есть на вечеринку. Нам нужна машина. Золушка, ты здорово придумала. Девчонки, ваше такси. Вау, наши принцессы не растерялись и быстро нашли выход из положения. Ой, эти человеческие вещи такие интересные. Ах, как же я люблю мир людей. О нет, только не сейчас. Упс, прости, Ариэль. Нужно быть аккуратнее, Моана. Теперь мне придется прыгать до самого дома. Ах, какой прекрасный день! Приходите в наш магазин, у нас сезонная распродажа. Вау, обожаю скидки, уже бегу! В реальной жизни носить хрустальные туфельки не очень удобно. Поэтому на этот раз Золушка выбрала кроксы. Ура! Шопинг удался на славу! Ой, только не это! Опять та же история! И что мне теперь делать? Девушка, вы крокс обронили! Вау! Даже в реальном мире Золушка нашла своего принца! Девчонки, наш ужин готов. Ариэль, убери свой хвост со стола. Вот, приятного аппетита. Я сейчас принесу еще. Ой, кажется, русалочка недовольна выбором блюда своей подружки. Это тебе, Моана. Обожаю суши. Жасмин, скажи мне, что это сверху? Это рыба. Очень вкусная, между прочим. Вот именно! Рыба! Как вам не стыдно есть моих друзей? О нет! Это же мог быть Стиви! Объедение! Спящая красавица в реальном мире может столкнуться с одной маленькой проблемой. Аврора! Эй, Аврора, проснись! Опять она за свое. Аврора, я принесла тебе кофе. Хватит спать. Выспаться в реальном мире не так просто, как в сказке. Но спящую красавицу это не останавливает. Пока люди только мечтают о сне, Аврора просто спит. Ух ты, она уснула стоя. Ого! Похоже, ее ничто не разбудит. Принцессы тоже любят веселиться. Вау, какое необычное место! Здесь можно танцевать? Круто! Ой, а это весело! Отличная игра! Вау, похоже, наши принцессы совсем освоились в нашем мире и теперь устроили шикарную вечеринку в клубе. Девчонки, зацените!
Не спи, Аврора! Все веселье пропустишь! Я пришла за новой книгой. Супер! Это как раз то, что нужно. До свидания. Ай, моя коса! Невероятно длинные волосы Рапунцель в реальном мире не кажутся такими же практичными, как в сказке. Но и здесь они тоже могут ей пригодиться. Ох, ну и денек! И что он мне принес? О, конфетка! Вкуснятина! О, круто! Еще конфетки! А! Таракан! На такую косу можно поймать что угодно! И Рапунцель научилась этим пользоваться. Ой, это еще что? Микроволновка. И даже обед уже разогрет. Прекрасно. У принцесс бывают те же проблемы, что и у обычных людей. Например, Белоснежка страдает бессонницей. О нет, я опять не могу уснуть. Моя кроватка в домике гномов была намного удобнее. Нужно чем-то себя занять. Может, и спать захочется. О, почитаю книгу. Это должно помочь. Как интересно. Но спать все равно не хочу. Знаю. Нужно сделать приседания. Я устану, и бессонница пройдет. Поехали. Раз, два, три, 23. Нет, это тоже не работает. Я так никогда не усну. Что же делать? Точно! Как же я сразу об этом не подумала? У меня же есть мое усыпляющее яблоко! Жуткий беспорядок. Ах, это всего лишь Золушкина квартира. Пора обедать. Что может быть лучше ореховой пасты? Вкуснятина. Ого, в реальной жизни наша Золушка оказалась настоящей хрюшкой. И, кажется, совсем забыла о своих королевских манерах. А что, если навести здесь порядок, как раньше? Да ну, вот еще! Какая же я шутница! Мне не нужно больше убирать. У меня же есть волшебный помощник. Да, мне определенно нравится этот мир. Только в сказках принцессы просыпаются уже с красивым макияжем. В реальной жизни им приходится наносить его самим. Мана, мне нужно зеркало. Меня ждет прекрасный Билл. Но я еще не закончила. Отдай мне зеркало. Нет, мне нужнее. Не отдам. Мое зеркало. Нет, мое. Упс, посмотри, что ты наделала. Как же мы теперь будем краситься? Это все ты виновата. Ничего подобного. Просто не нужно быть такой жадиной. А я и без зеркала справлюсь. Удачи. Ой, кажется, девчонки перепутали тональный крем. С таким макияжем ни один принц нас не узнает. Вау, как красиво! Реальный мир такой необычный для наших принцесс. Они здесь точно как в сказке. Целый мир в одной маленькой коробочке. Ст-
странно. Ариэль, что ты делаешь? О, привет, Жасмин. Ты только посмотри сюда. Это какая-то фантастика. Но это же просто стиральная машина. Понравилось наше видео? Тогда ставь принцессам лайк. Подписывайся на наш канал и не забудь нажать на колокольчик. До встречи!